Всем привет! С вами Ньюсблок Крипто на канале Crypto Commons. Сегодня четверг, и в преддверии праздников это конец рабочей недели, который мы отмечаем вместе с выпуском свежих, актуальных, а главное интересных и важных новостей, выжимку и выводы по которым мы подготовили специально для вас. И чтобы не тратить ваше время, которое мы очень ценим, переходим сразу к делу. Итак, сегодня в выпуске. Огонь по своим. Регулятор CFTC предъявляет регулятору SEC по поводу крипто. Элизабет Уоррен лжет Конгрессу, заявляет генеральный директор Палаты цифровой коммерции на Bloomberg TV. Новый день, новый взлом. DEX в Уфе потеряла 8 миллионов долларов. Но что случилось? Лидеры мнений и главы компаний рассказывают о рынке и о биткоине. И завершит наш сегодняшний выпуск обзор рынка вместе с Кевином Свенсоном. Оставайтесь с нами. Итак, CFTC возражает SEC по кастодиальной заявке Prometheum на эфир как ценной бумаги. Председатель CFTC Ростин Беном выразил несогласие с комиссией по ценным бумагам и биржам SEC по поводу заявки Prometheum на эфир. Он предупредил, что разрешение одной из зарегистрированных фирм хранить эфир может создать конфликт с правилами финансового рынка США. По словам председателя комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC Ростина Бенома, и биткоин, и эфир являются товарами. Он также отметил, что проблема в том, что если произойдут какие-либо действия со стороны SEC по подтверждению заявки Prometheum, то есть создание эфира в качестве ценной бумаги, это приведет владельцев наших регистраций, наших бирж, использующих эфир в качестве фьючерсного контракта, к несоблюдению правил SEC, противоречащих правилам CFTC. Более того, он подчеркнул, что восприятие эфира как товара доказало свою эффективность для функциональности рынка на протяжении многих лет. Дорогой зритель, что здесь самое важное? Зарубились два ключевых финансовых регулятора рынка в США. Но это полдела. У SEC на столе лежит заявка компании Prometheum, которая просит принять их кастодиальное хранение эфира клиентов в виде ценной бумаги. Именно эту позицию SEC очень давно и защищала. И теперь SEC вместе с Гарри Генслером оказалась в ловушке, которую сама же и создала. Если она заявку отклонит, то в суд пойдет Prometheum. А если утвердит, то в суд пойдет CFTC. А еще мы с тобой, дорогой зритель, прекрасно помним, что последнее время в Конгрессе не утихают разговоры о нормальном регулировании крипто. Пусть и субъективный, но термин, суть которого идет вразрез со взглядами Гэри Генслера. Паровозом сюда идут и ждущие решения заявки по спот эфир ETF, которые, я больше чем уверен, Гарри Генслер не хочет одобрять. В общем, дорогой зритель, тучи над Гарри Генслером определенно сгущаются. И это не может не радовать. Ведь человек, задачи которых делать регулируемый, прозрачный и понятный финансовый рынок, частью которого крипто и является, и делающий все абсолютно наоборот, делает дела, которые ну никак нельзя назвать добрыми. Главное понимать, что решения по этим делам могут стать либо тормозом, либо дополнительным катализатором к начавшемуся бычьему рынку. Но в любом случае, будь аккуратен, соблюдая риск-менеджмент, и не забывай, что это не только не финансовый совет, но даже и не финансовый намек. Продолжает наш выпуск интервью главы Палаты цифровой коммерции Перриан Боринг на Bloomberg TV, разоблачающий ложные заявления Конгрессу сенатора Элизабет Уоррен, которая открыто ведет войну с крипто и делает вид, что защищает интересы инвесторов. Это надо слышать. Сенатор Уоррен буквально является королевой политического театра. Да о чем вообще она говорит? Те же риски, те же регулирования. Конечно же, мы с этим согласны. Это именно то, что сейчас у нас и есть. Сенатор Элизабет Уоррен вводит в заблуждение Конгресс и многих граждан США путем того, как она говорит, говоря о том, как сегодня регулируется крипто. Как вы знаете, она инициировала законопроект, который мы называем «Настоящий бан криптовалюты». 19 членов Сената сейчас этот законопроект поддерживают, но провели встречи с каждым из 19. И многие из этих поддерживающих ее были в шоке от того, что криптовалютные бизнесы сейчас регулируются, как и денежные сервисы. То есть точно так же, как поставщики денежных переводов. То есть, например, как такие, как Venmo, PayPal и другие. То есть компания, куда ты идешь для того, чтобы купить или обменять криптовалюту, например, биржи, или другие, например, PayPal, где ты тоже можешь купить криптовалюту, или, скажем, Cash App, они все производят обмен криптовалюты, то есть покупают и продают криптовалюту. Они подвержены регулированию, как компании, предлагающие денежные сервисы. Все они должным образом зарегистрированы в нашем казначействе и следуют банковскому закону. Нет сомнений, что это дезинформация.
позор ей за это, она во всем прекрасно разбирается. Это является политической атакой на биткоин и на крипто. И за это мы должны требовать ответственности от официальных лиц. Уважаемый зритель, от себя лишь добавлю. Невероятное лицемерие от Элизабет Уоррен не скрыть ничем. Также ты должен знать, что, возможно, Элизабет Уоррен в Конгрессе не останется, так как сейчас ее новым оппонентом является Джон Дитон, именно тот, который защищает интересы криптосообщества и активно участвует в битве Ripple против SEC. В общем, пожелаем ему удачи. Идем дальше. Dex Woofy подтверждает атаку на 8 миллионов на рынке кредитования Arbitrum. 5 марта примерно в 15.49 UTC несколько фирм по блокчейн-безопасности предупредили криптосообщество об атаках с использованием мгновенных кредитов, нацеленных на Woofy Swap на блокчейне Arbitrum. В настоящий момент SPMM Woofy неправильно скорректировал ВУ до экстремальной цены, которая была близка к нулю, после чего атакующий обменял 10 миллионов ВУ в той же транзакции почти бесплатно. Хакер повторил эту атаку трижды в течение очень короткого периода времени, в результате чего после возврата срочных кредитов он получил около 8,75 миллиона долларов прибыли, говорится в заявлении. Дорогой зритель, я здесь не буду рассказывать про мгновенные кредиты, о которых мы говорили уже много и много раз в наших выпусках, а лишь подведу главный итог. К сожалению, очередной контракт DEX-платформы оказался уязвим. Конечно, платформа сразу заявила, что она работает над тем, чтобы вернуть средства, а пользователям беспокоиться не нужно. Но мы-то с тобой знаем, что средства пользователей, конечно же, в опасности, и более того, кому-то их, вероятно, даже не вернут. Вывод, который здесь уместно сделать, ты тоже, дорогой зритель, от нас слышал много раз. Остерегайся DEX или используй их крайне осторожно. И если все-таки ты на это решился, то, во-первых, используй кошелек, исключительно предназначенный для этой операции, а по ее завершению закрывай кошелек и средства на нем не держи. И уж тем более не предлагай свои средства для пулов ликвидности DEX. Это на самом деле очень рискованно. Далее в нашем выпуске идет подборка высказываний лидеров мнений, а также руководителей компании относительно текущей ситуации в крипторынке и конкретно о биткоине. Это самый сок в течение одной минуты, который мы для вас подобрали. Давайте послушаем. Со всех сторон это историческое событие. Мы достигли уровней очень и очень прибыльных. Я по-прежнему считаю, несмотря на мнение некоторых о том, что возможны перемены в медвежку. Такой медвежий сценарий сейчас представить очень тяжело. Особенно учитывая большинство факторов, направленных на бычий цикл. Чистый приток новых покупателей способствует более широкому распространению и рыночному циклу. Я думаю, правильно спросить, кто является новым покупателем в данном цикле, которым является глобальная финансовая система. То, что мы с вами наблюдаем, это невероятный рост спроса. Прибывает множество розничных пользователей и мелких покупателей. Так что, я думаю, нам еще предстоит увидеть, что из себя представляет настоящий спрос, как только данный ETF получит большее распространение. Я не удивлюсь, если образуется консолидация или даже коррекция. Но меня не смущает покупка биткоина по высокой цене, потому что я искренне верю, что цена себя еще только ищет. Он конкурирует с индексом S&P. Он конкурирует с рынком недвижимости активом более чем в 100 триллионов долларов как хранение стоимости. Так что мы полагаем, что актив продолжит утекать из данных классов активов в биткоин, потому что биткоин технически превосходит данные классы активов. Дорогой зритель, позволю не делать здесь никаких выводов, потому что, на мой взгляд, они абсолютно очевидны и однозначны. Единственное, что все-таки добавлю, так это то, что при любой эйфории и взрывном росте мы с тобой обязаны смотреть на историю, в которой мы видим очевидные и неизбежные большие и очень серьезные падения. Так что на какой бы стадии своего развития биткоин ни находился, мы с тобой должны помнить, это высокорисковый актив, и дальнейшее развитие событий может быть каким угодно. И завершает наш сегодняшний выпуск аналитика рынка от нашего хорошего, старого, доброго знакомого Кевина Свенсона, где он, как и всегда, с присущей ему харизмой и технической детализацией, интересным, понятным, а главное, точным языком опишет ситуацию, происходящую на рынке. Кевин, так что у нас по рынку? Биткоин достиг исторического максимума против практически каждой глобальной фиальной валюты. Сегодня мы касаемся исторического максимума против доллара США. Справа вы видите евро, значительно выше ATH. Снизу слева вы видите японскую иену в паре к биткоину. И мы значительно выше исторического максимума, а справа южнокорейская вона, мы уверенно выше ATH. Биткоин на ATH глобально.
И битва с последним боссом – это американский доллар, что, очевидно, является нашим наблюдением на сегодняшние дни. Посмотрите краткосрочно. Биткоин коснулся исторического максимума и откатился вниз. Довольно быстро рынок набугался с этим историческим максимумом. Быстро свалившись вниз, и вот мы снова в отскоке. То, где мы сейчас находимся на 4-часовом графике, определяется как предыдущее сопротивление. Теперь это новая поддержка, и классический теханализ говорит, что это бычье конструктивное действие цены. Несмотря на то, что вы, возможно, слышите в социальных медиа, где люди изрыгают свои кричащие заявления, что все плохо. Они пишут, что это вершина, да и вообще пишут много чего стрёмного. Я вам рекомендую отключить весь этот шум. Не слушайте эту группу перехайпованных людей в социальных медиа. Все сейчас в эмоциях, и никто на самом деле не знает, что будет. Поэтому не полагайтесь на мнение других людей, а смотрите на то, что вам говорят графики. И если мы посмотрим на недельный график биткоина, то видим, что мы значительно выше нашего параболического тренда. При этом находимся у исторического максимума. Если мы посмотрим на удаление от параболического тренда, то поймете, что у нас очень много места для того, чтобы двигаться в эту зону, ничего не ломая в тренде. В теории биткоин может упасть на 20%, отскочить на 20%, упасть на 15%, отскочить на 10%, что угодно. И в конечном итоге, по мере того, как мы зайдем в апрель, ничего не меняется, тренд все тренд, а мы продолжаем движение вверх. Просто поймите, что пока тренд настолько крутой, у нас будут безумные и бешеные скачки. Это так устроено. Это то, как параболические тренды работают. Если вам нужен пример, посмотрите на 2017, когда мы пробили исторический максимум, биткоин упал на сколько? На 30%. Он упал на 30% еще один раз, но в конечном итоге мы пробили исторический максимум, поэтому эти безумные движения в цене ожидаемые. Но если вы посмотрите на историю, вы можете себе сказать: «О, я к этому готов, это меня не напугает». Вот такие падения, вы уверены? И если вы не новичок для этого рынка, то помня об этом, вам анализировать ситуацию будет довольно просто, понимая, что последует за этим движением. И до тех пор, пока биткоин удерживает эту конструкцию параболического движения, у нас образуются восходящие низы, и мы соскальзываем в эту зону сопротивления, двигаясь к историческому максимуму. Если биткоин же пробьет эту параболу в будущем месяце, опять же, нам нужно двигаться в боковике целый месяц. И только если мы пробьем это в апреле, двигаясь к халвингу, то это откроет возможность крупному сдвигу вниз. Мы можем упасть до 44 тысяч, построив огромную-преогромную зону накопления. Да, такие вещи вполне возможны. Если только мы сломаем параболический тренд. Но покуда у нас идут восходящие низы над этим трендом, я не ожидаю такой ситуации и возможных движений вниз на 50% по этим вершинам где-то среди вот этих линий. И исторически биткоин обычно не дает нам вторых шансов. Как, например, здесь. Биткоин исторически не любит это делать, находясь под вершиной исторического максимума. Если посмотрим на все предыдущие ATH, 21-22 год, мы быстро пробивали исторический максимум, очень-очень быстро. Никаких остановок, никаких вторых шансов. Посмотрим на 2017, вот зона исторического максимума. Да, здесь было пара спадов, но особо никакого второго шанса с точки зрения большого отката вниз. Никаких вторых шансов, мы напрямую пробили исторический максимум. И на мой взгляд, наиболее вероятный сценарий такой. Мы напрямую пройдем через исторический максимум, перед тем, как появится второй шанс. То есть путь наибольшей боли наиболее вероятен. И прямо сейчас такой путь – это когда мы, без каких-либо вторых шансов, пробьемся через крупную зону исторического максимума. И как только все, кто не вошел в рынок, начнут испытывать жуткое ФОМО, думая, что мы по прямой полетим в Тузимун, тогда отправит цену вниз под исторический максимум. Ведь китам нужно много ликвидности для того, чтобы получить нужное им количество. Потому что они не могут просто взять и нажать кнопку. Им нужно много ликвидности. Им нужны огромные объемы. И лучший способ для этого – всех подстегнуть в жуткое ФОМО, а затем стряхнуть их основательно, сделав сквиз в самый низ, набрав в этом низу огромные объемы, и снова отправиться вверх. Кевин, ты просто скала. Ты монументальная гора в мире крипто, настоящий OG и вообще гигачат. Ладно, может я и приукрасил, но на самом деле твой анализ действительно выделяется среди других. Мы тебя за это очень ценим и любим, а тебя, дорогой зритель, мы очень ценим и любим, потому что ты любишь и ценишь нас. Ведь твои лайк под видео, подписка на канал, нажатый колокольчик и бесценный комментарий подтверждают это лучше любого слова. В общем, хорошего тебе вечера, добрых праздников и отличного трейдинга. И до встречи в следующем выпуске.